В Немчиновском лицее прошла благотворительная елка в рамках проекта «Мы разные, но мы вместе», который успешно реализуется в учебном заведении уже третий год подряд при поддержке партии «Единая Россия». Учащиеся лицея подготовили спектакль по мотивам знакомой всем с детства сказки «Волшебная лампа Аладдина» для своих гостей – воспитанников коррекционных школ «Гармония» и «Надежда». Считаю эту работу очень необходимой, потому что совместные мероприятия нужны, как и общеобразовательной школе, в рамках социализации и понимания, что есть разные дети, и все равно мы вместе. И, конечно, детям, которые приехали к нам сегодня в гости, это тоже дополнительная возможность побывать в другом месте, иметь общение. И, конечно, иметь жизненный опыт. Юные зрители наслаждались не только яркой постановкой. Они смогли почувствовать всю магию восточной культуры. Колоритные песни и звучание аутентичных музыкальных инструментов дополняли атмосферу сказочного Востока. Мы с тобой летим, куда хотим, и нет с тобой нас выше. Актеры очень старались. Их игра захватывала внимание каждого маленького зрителя. Особо понравился детям Джин, который весело шутил, буквально завораживая всех своим необычным голосом. В постановке нам помогала Захарова Надежда Николаевна, Исаакова Гаяна Гарниковна. Готовились мы очень мало, неделю. И выступали, вот это был пятый раз выступали, перед всей начальной школой. Сначала первый класс, второй класс, третий и четвертый. Вот так вот. Этот спектакль учит дружить и не бояться никаких трудностей. Сказка произвела большое впечатление как на самих ребят, так и на взрослых. Да, очень. Очень понравилось. Скажите, какой герой вам больше всего понравился? Джин. Аладдин. Аладдин и принцесса. Это есть большая-большая дружба. И, конечно, мне хотелось бы пожелать вам и веры, и надежды, и любви, чтобы в жизни все-все задуманное, все у вас сбывалось. Ну и какая же елка без конфет и прочих лакомств? Сладкие подарки вручили лично герои сказки, что стало приятным сюрпризом для ребят. А в завершении общая фотография для всех участников этого доброго и душевного праздника. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».